Почему не хочешь взломать двери, долбаные, а? Сейчас тут дверь вскроет. Ой, нет! Да выключай свет! Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и сегодня у нас новая игра. Это тук-тук. Нок-нок на английском. Почему новая? Да потому что все новое. Это хорошо забытое старое, не так ли? По крайней мере, в моем случае так точно. Это из разряда «не знал, не знал и забыл». Ладно, новая игра. Поехали. Сейчас посмотрим. На самом деле, эта игрушка очень противоречивая. Так. Этот вихрь красных волос, конечно. И эти глаза. Безумие, в них прям так и написано. Ну вот факт. На самом деле я сейчас... Что-то меня разбудило. Кажется, где-то разбилось окно. Или открылась дверь. Не просто будет найти эту брешь. Зеленые тапки его. Это огромный дом, в нем десятки комнат. Я давно уже в них не заглядываю. Просто я ужасно устал. Персонаж безумен с виду. Какая ужасная боль. Будто кто-то пробивает дыру в моей голове или чем в сознании. А взаимодействовать как? О, пробел выключает нас. На самом деле устал. Даже начал ходить во сне. Прошлой ночью очнулся вот тут на пороге. А то-то я думаю, что это у него на пороге кровать. Если бы не было заперто, оказался бы там снаружи. В общем, игрушка на самом деле действительно очень противоречивая. Я устал, я страдаю бессонницей, в темноте мне все чаще мерещится странное. Но кошмары всегда исчезают к утру. Долго ли еще до рассвета? Удерживайте пробел, удерживаем. Ага. Ясненько, ты умеешь чинить люстру, ну ты молодец. Сюда нам можно? И здесь тоже? Так вот, насчет противоречивых мнений насчет этой игры. Большинство... Стоп, а куда подевалось время? Такое чувство, что... Почему так долго длится ночь? Что-то не так. Не знаю, куда подевалось время. В общем, большинство людей склоняется к тому, что это даже не игра, а как и пишут разработчики, это типа интерактивные ситуации или что-то такое. Там вообще прикольная история создания этой игры. Граммофон козырный. О, почини крюк. Действительно чинит. А, нет. Он починил не крюк, а лампу. Ясно. Интересно, зачем мне выключать свет? Нажмите Е или вверх. А ну-ка, вверх. Мы научились отматывать часы назад. Вот так. Время можно и поторопить. Если утро ко мне не идет, я сам до него дотянусь. А, не отматываем назад. Мы наоборот его перематываем вперед. Какие-то твари проникли в наш дом, да? Странно, что здесь нужно нажать... А, ну, может, и не странно. Чтобы подняться по лестнице, нужно нажать вверх, хотя она физически находится внизу. И что? Мне закрыть ту дверь или что?
Значит, все-таки стук шел отсюда. Как же я могу снова снять засов, не запереть на дверь? Ночью страшно туда выходить, но я обязан проверить, убедиться, что это ветер. Давай проверим. Убедимся. А, тут можно только вперед. Ну хорошо, давай вперед. Вверх или вниз? Ну да, это только ветер, типа. Если не считать стрёмное дерево. Странно, я думал, он снизу пришел, и я поэтому шел вверх. А теперь видите, сколько мы тут топчемся вниз? Я не понял, что, второй дом, что ли, был? Или это мы просто 18 раз пробежали через один и тот же дом? Эй, это типа прогресс такой? Интересно. Мы поставили кровать в другом месте, и кто-то здесь сделал лужу. Что это? Тикают ходики? Затемно, как всегда. А пока я проверю, действительно ли все в порядке. Мне приснилось, что главная дверь была не заперта. В дом стучались, я выглянул, чтобы узнать, от чего и шум, а потом я очнулся в лесу и долго не мог вернуться обратно. Ходики, значит, тикают, да? Пойдем проверим. О! Хорошо, давай походим. Ясно, пока мы пробелом открываем двери. Пока мы передвигаемся, я не могу отдалить дальше, чем на зону видимости одной комнаты. Включи свет. А, его надо ремонтировать, блин. Это как-то не очень. Теперь подождать, чтобы глаза привыкли. Ага. Не узнаю свой дом. Почему все такое пустое? Видимо, зрение портится. Я все хуже вижу в темноте. Ничего, недолго осталось терпеть. Скоро наступит утро. Я вот только не понимаю. Он, если честно, он выглядит как младенец с шевелюрой. Главное дотерпеть до рассвета. Рассвет расставит все по своим местам. А что там терпеть? Давай сейчас на горшок сходим. Что ты? Не надо терпеть. Давай. Во время ночного обхода главное ненадолго включить в каждой комнате свет. Только так можно навести у себя порядок. Если дом содержать в порядке, кошмары пройдут. Это доказано современной. Ясненько, значит, надо везде включить свет. А потом выключить? Хорошо. Давайте сходим наверх, там вроде недалеко. Я еще не до конца понял фишку этой игры, но мне уже нравится. По крайней мере, здесь рисовка интересная очень. Такая, знаете, живая как будто. Вот теперь все в порядке, вижу все на своих местах. Что-то у меня с головой не до конца проснулся. А что это за фиговина ты такую... Я вообще только что не понял, что произошло. Это не я сделал? Эй, подожди. Это ничего, до утра осталось совсем немного. Главное дожить до рассвета. Да я понял. А, он прячется за этой хреновиной. Ясно. Это где стучали вообще? Глаза еще больше привыкли, а он вспомнил, что здесь лампа была. Я так понимаю, меня монстры или что здесь не сожрет? Пока свет включен. Меня преследуют тревожные мысли. Они так назойливо лезут мне в голову, как живые. И сломался свет. По-моему, ночь обратная как-то вернулась немножко. Нет?
А на заднем плане я слышал что-то вроде «Я твое дитя». Оу, это еще что такое? Там пролом или мне мерещится? Конечно, мерещится. Убедиться довольно просто. Стоит включить свет, и оно пропадет. А-а-а, давай попробуем. Давай быстрее. Я навел порядок, можно идти дальше. Вот только свет лучше выключить за собой, так спокойнее. К тому же меня не будет видно снаружи, когда окна освещены. Я чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Ах, вот оно что, так и надо выключать свет. Окей. Но он без света ходит медленнее, поэтому надо выключать его, когда мы уже подходим прям к этому самому концу. Так, здесь... Там вышибло? А ну-ка давай включай. Я так и не понял, когда они меня могут сожрать, блин, или что они тут со мной делают? Что такое? У тебя крышка нагнулась или что? Ты давай... Все заперто хорошо, ничего не проникнет сюда. Да я не собирался туда, я просто собрался вниз. Мой дом, моя крепость. Я рад за тебя и за твой дом. И за нашу с тобой крепость. Определенно такая, знаете, напряженная игрушечка. Атмосфера так держит, держит. Так, ну сверху я все включил. Мне осталось, я так понимаю, две комнаты. А может и не две, тут дофига ходить. Так... А я только не понял, надо включить везде свет? Или нужно дожить до утра? Или это, по сути, одно и то же? Куда? Эй, иди! Свет, выключи все и иди. Просто выключи и иди. Открывай. Ах, вот так вот, да? Ты не взломаешь эту дверь. Без света. Хорошо. Ну, время идет, я не знаю. Че, все? Вот и где они сейчас? Ну, мы ремонтируем просто потому, что я не знаю, что делать. Давай быстрее. Туши, все. Подожди. Может он в темноте открывать двери? Тут что-то он тогда выпендривался. Давай я тебе говорю, открывай. Ты что? Неудачная попытка взлома или что? Выключи свет. Он мешает. Ах, выключи... Надо включить свет! Надо включить свет! Сейчас вздохнул. Кто-то есть? Конечно, кто-то есть. Не стоило включать свет. Что-то там было не так. Вообще в этом доме все не так. Опять по-другому. Как... Какой же из них настоящий? Капец, у тебя с головой проблемы, дружище. Так что это было такое? Меня откинуло на одну комнату назад или что? Вам, наверное, придется это осветлить для вас. Потому что даже мне нифига не видно. Слушай, включи свет, ей-богу. Он из-за тьмы не может взломать. Зачем я что делаю? А ну-ка чини давай. А ну-ка чини. Или ладно, вали. Не-не-не-не-не. Бегом. Оно уже знает, где ты. Что оно там знает? Оно ничего не знает. Только что эта тварь была здесь. И она теперь здесь. Ну нахер, надо валить отсюда. Ага. Она меня преследует, по-моему. А в этой комнате она меня не съест? Я типа спрятался. Да? Или от него не спрячешься? Близко. Да блин, какого оно близко? Я вообще хз, что делать-то? Прятаться или нет от него? Хоп! А вон оно стоит, блин. И что мне делать? Вот шушера такая. Слушай, ну в задницу. А я... Ну, это утро. И... Прятки в темноте. Это игра на смелость. Поэтому на самом деле прятаться в ней не нужно. Ну,
надо просто честно дождаться конца. Если ведущий увидит, что кто-то прячется, все начнется сначала. Ключ такой, нужно понять, как толкует игру ведущий. Если он скажет кому-то прячешься, а тот вроде бы не ви... а тот вроде бы на виду, значит, дело в видимости. Я не понял этого до конца, но ладно. Почерк еще такой, блин, у меня раз в 10 лучше. Понятнее, я имею в виду. Ладно, прятаться не надо. Но мы так или иначе продвинулись. Я так понимаю, прятаться нельзя. Ломись, типа маневрируй, что ли. Давай попробуем. Подъем. Расскажешь что-нибудь, нет? Нет, так нет. Мне типа сюда сходить? Предрассветный сон самый полезный для психики, но в последнее время что-то меня тревожит. Эти часы я решил поставить на ночному обходу. Посмотри, все ли в комнате. Хорошо, я посмотрю. Так, тут уже выход. Туши свет. Чини. Тут типа два варианта. Либо дожить до конца, до рассвета. Мне хочется думать о прошлом, спокойнее жить в темноте. Либо включить везде свет, на секундочку. Это дом, наблюдательный пункт, старая научная станция. Я живу в ней с тех пор, как родился. С тех пор, как ты родился, судя по тому, как ты выглядишь, прошло дней 5. Просто что-то маханул в рост. А забыл выключить свет, да, это проблема. Я миролог, это моя работа, я получил. Мы, мирологи, должны наблюдать за миром, изучать, из чего он состоит. Эти сведения мы записываем и сопоставляем, когда-нибудь они пригодятся. Не напомнил одного моего друга. Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойненько. Все, туши свет. А здесь зажги. Сейчас мы там мотанем время вперед. Обязательно. Бэмс. Так, а ну-ка давай. Давай ко мне полностью, перемотай все. Хорошо, утро все ближе и ближе. Это нехорошо, это перемотал 5 секунд. Ой-ой-ой. И опять дверь открылась. Значит, какая-то тварь идет за мной, да? Не хочу вспоминать, это все лишнее. Меня вполне устраивает моя голова, такой, как она есть. Хорошо. До меня тут работал отец, до него дед и так далее. Каждый из моих предков внес свой вклад в этот дом. Прошлое не слишком ценное наследство, поэтому многие комнаты заперты, я туда не заглядываю. Слушай, закрывать надо все комнаты, потому что в одной включил свет и все. Ладно, давай потушим здесь. Тут много комнат? Фиг поймешь, много здесь комнат или немного. Ой. Так, а здесь вообще немного комнат. Мне опять выходить надо? А если на кроватку? На кроватку, на кроватку, нет? Это не я открыл. Будь лес обитаем, я решил бы, кто-то потихоньку сюда проник. Будь лес разумен, я бы подумал, что меня приглашают куда-то пойти. Но единственная тропа, что тут есть, огибает мой дом по кругу. Можно пойти хоть сейчас и убедиться, что новых фиговин нету, да? Интересная байда получается. А я здесь не могу ни дальше, ни ближе. Это он там на ветку наступил? Я сейчас должен сделать круг, да, если буду двигаться в одном направлении. Потому что единственная тропа огибает его дом по кругу, так? И сейчас все пойдет не так, и мы будем валить в обратную сторону, да? Конечно. Это дерево я помню. И мы идем. Мы все еще идем. Листья все еще летят. Опять это дерево. Слушайте, а вперед-назад?
Ага, можно. А если так? А почему тут нет времени? Тут что, не идет время? Это звуки слышны, по-моему, помимо его шагов. Как-то мне это не очень нравится. А мне нужно к ней подойти или наоборот, это будет плохая идея? Вот это ее кровь на подоле. Ладно. Это тебе опять показалось, да? А может лучше к дому, а? Может лучше в домик? Не хочешь? Нет, он не хочет домик. А может быть, ее нужно найти? Сейчас мы опять дойдем до дома, да? Так или иначе. Не похоже. Хотя, может, и не идти на этот звук, он откуда-то отсюда шел. Я без понятия. В доме было как-то все. С одной стороны напряжнее, с другой стороны спокойнее. Типа, когда она акает, может быть, она находится на той же параллели, что и я? Да уж. Пойди разбери. Вечно что-то чувякает. Надо отдать должное этому лесу. Вот и куда его теперь? Он реально напряженный, этот лес. Я понимаю, что нужно ориентироваться на звуки как-то. Но только я не понимаю, как на них ориентироваться. Вороны. Ну вот он дом. Не хочешь зайти, а? Может, все-таки? О! Это там он не хотел зайти. И не нужно было, наверное, так долго шариться? Ладно. Хорошо. Подъем. Давай-давай. Давай-вставай. Никто не сходит в твой горшок без тебя. Никаких указаний, да? Ничего не скажешь? Ну, в доме оно как-то привычнее будет. Давайте глянем, что это еще у нас. Как-то здесь слишком чисто. Это я все... Куда же я больше никому... Что? О-о-о! Ну, ладно. Что-то дом все больше. И он всегда разный. Крышка едет. Давай, чиним. Тут, в принципе, не так много комнат. Где это было? Открывай двери, открывай быстрее. Серьезно? Показалось, надо скорее закончить обход и снова улечься спать. Хорошо. Чини. Из тапок прям выпадает, бедный. Свет – это ясность. Он отделяет мнимое от... Понимание приходит со светом, поэтому я всегда с таким нетерпением ожидаю утра. Понятно. О, вот это надо. Перемотка.
Вот, это мне нравится сейчас. Ай! Накаркал. Ладно, давай сходим наверх. Тут было вроде как немного. Только одна комнатка. И что? О! Я не понял вообще ни разу, что, на что она мне указала. Там типа монстр появился. У него, кстати, такие монстры больные на голову, как в Silent Hill, блин. Может, наоборот, нужно оставить где-то свет, чтобы он отвлекал внимание их? Я здесь. А ты, судя по всему, тоже здесь, да? Ладно, оставим только наверху свет. Может быть, туда заползет какая-то тварь. А сами пойдем сюда вниз. Обернись. Ты видишь? Чё видишь-то? Что там еще такое? Не надо всматриваться, не надо света, это всегда нервы. Я не смотрю, даже не поворачиваюсь, там ничего нет. А вот внизу явно что-то есть, пахнет землей. Понятненько. Землей, пахнет смертью, блин. Эта тварь умеет подниматься или нет? Я знаю, если станет светло, это ужас просто исчезнет. Так я понял. Блин! Он сломал мне лампу. Давай. Не спеши. Чё не спеши-то? Спеши. И оно мне закрыло двери? Открыл, ну молодец. Ладно, пускай там свет горит. Я ещё не понял принципа всего, но... Блин! Где я вообще... А, я оказался в этой... Чини, давай. Блин, да как так-то, а? Что у тебя лампочки такие фуфловые? Перегорают одна за одной. Здесь что? Чини давай. Ну, я вообще не понял. Мне нужно возвращаться наверх или нет? Наверное, нет. Я же там уже был, как бы. А может, не надо? Хотя я фиг знает, откуда сейчас ломятся. Наверное, оттуда. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее взламывай двери. Я вообще тут дверь взламываю? Или нет? Они знают, где я? Здорово. Я очень рад за них. Ну, давай же, что ты... Почему не хочешь взломать двери, долбаные, а? Сейчас тут дверь вскроет. Ой, нет! Да выключай свет! Зараза, оно вернуло мне ночь? Оно мне добавило еще больше ночи? Это вообще каким боком так, а? А он еще говорит, не надо прятаться. И че? Зараза, я взломал не те двери, хотя там тоже тупик был бы. Оно бы до меня так или иначе добралось бы. Давай ты взломаешь или нет? Некоторые двери он может вскрыть без света или как? Я не понял с этой дверью, что не так. Слушай, может тебе нужно что-то вспомнить здесь, да? Давай привыкнуть, глазам дать. Все, привыкли глаза. Ну круто. Вот это что за хренота? Включи, включи! Офигеть, они мне ночь вернули по полному, вообще по полной программе. Как будто ничего не прошло. А, нужно прятаться, когда эти твари ходят, да? Ты взломаешь эту дверь или нет? Ну, наконец-то! Слава тебе, Господи! Чини давай! Зараза, а уже была ночь на исходе, на излете. Они меня просто взяли и поймали. О! Спасибо! Ха! Понимаешь, все так хорошо шло. Вот на тебе. Слушай, свет. Да, я понялся.
Скрывай. В принципе, мы вообще-то обошли почти весь дом. Там только справа не были и снизу. Так, не начинай. Знаете, у меня даже такое ощущение, что он ничего не взламывает. Он просто ключом не может открыть. Обычно все так плохо, только у алкашей. Ключами не открыть двери. Хочется верить, что у него их нету. Потому что он меня изводит этими своими ключами. Я не знаю. Здесь странный воздух. Так может не идти туда, да, типа? А, подожди, тебе надо что-то вспомнить? Молодец! Вспомнил вообще не то. Или теперь я смогу открыть? Ага! Ясно, хорошо, допустим. Типа нужно вспомнить, а потом уже пытаться открыть. Ясненько. Ну давай, вспомни здесь что-нибудь. О! За телескопом можно спрятаться, хорошо. Ладно, подожди. Да, я понял. Взламывай быренько, быренько. Тип-топ. А, дать привык. Ага, молодец. Говорю. Нет? Ладно, чини заново. Чини, говорю, заново. Ты давай как-то... Да почему? Ну вот, оно на одной параллели, я теперь его не выберу? А, но я все-таки выбрал. Мотаем ночью. Давай всю. Ах, ну почти. А, теперь привыкают глаза. Ну хорошо, давай. Что-то еще там вспомнил. Какую-то хренотень. Ладно, все, окей. Все вспоминать не обязательно было. Чини. Да-да-да-да, давай быстренько, быстренько чини. Бегом. Молодец, успел. Нам опять по щам прилетело немножко, да? По-моему, ночь не была такой жесткой. Кто-то внизу ходит, нет? Не вижу нифига. Ой, здесь что-то мне не нравится. Давай чини. Дайте ему привыкнуть или что? За тобой уже выехали. Ты понял это? Пускай там горит свет, а мы пойдем туда, где можно спрятаться. А может быть, мы не будем здесь сидеть? Может, давай посидим здесь? И выключим свет. Мы уже почти пережили эту ночь. Это мне отчасти напоминает ФНАФ. Ну, фишка эта с переживанием ночи. Отлично, мы справились. Я так понимаю, здесь вы каждый, типа, ребенок бы справился, да? А я так радуюсь. А в эту игру нужно играть в одиночестве. Встаньте за 3 часа до рассвета, мысленно 3 произнесите фразу «Я ничего не забыл». Пройдите по темному дому и включите в каждой комнате свет. Вернитесь в комнату, с которой вы начали. Закройте глаза. Постарайтесь зафиксировать первое, что придет на ум. Если вы мысленно представите себе лицо, это существо поселится у вас в доме. Вот спасибочки. Это первых охотников за привидениями напомнило. Ясненько, мы перебрались дальше. Я так понимаю, после этого она нас сохраняет? Или нет? Наверное, да. Типа этап же проходит один. Куда подевался дневник? Я точно помню, как клал его под подушку. Ничего не понятно. Куда я мог его сунуть? Раньше память не подводила. Все это очень странно. Как бы там ни было, его нужно скорее найти.
Иначе завтра я не смогу работать. Там записаны все что-то там записаны. В общем, ребята, у нас тоже все записано. Ага, я понял, надо будет сюда сходить. Итак, у нас все записано, у нас все прям четенько. Что ж ты меня перебиваешь-то? Этот дневник подарил мне мой дед, когда я научился. Он сказал, что я запишу у него всю свою жизнь, и последняя страница этой тетрадки, она завершится. Дед был последним в нашей семье, кто еще увлекался поэзией, но я был еще очень мал и понял его буквально. Я хотел прожить долгую жизнь и экономил страниц, записывал мелким почерком, редко и понемногу. Это вошло в привычку. Потом я забыл о его словах, и дневник стал рабочей тетрадью. Но сейчас от чего-то я вспомнил их снова, и мне неспокойно. И в итоге, он нас перебил уже 10 раз, сколько можно? В общем, что я хочу сказать, он выглядит как реально очень молодой какой-то человек, ребенок, грубо говоря, мягко выражаясь, или же очень старый, но настолько старый, что у него уже даже морщины на коже разгладились, или кто-то их ему натянул, не знаю, что-то одно из двух. Одно могу сказать точно, игрушка действительно вот оригинальная. Подобного раньше я не встречал. И мне она нравится. Мы обязательно будем ее проходить и дальше. Ну а вы, конечно же, пишите ваше мнение в комментариях. Если чем-то я не прав, вы обязательно меня поправите. Потому что я же буду допускать те же самые ошибки и снова, и снова, и снова. А потом кто-то мне в 5-й, в 9-й, в 19-й серии напишет: «Саша, какого хрена ты тут постоянно делаешь не то?» Ну, в общем, такое бывает часто. Ясно, нас уже ищут. Но я так понимаю, нас здесь сохранило, так что бояться нечего. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!